Готов, бой. Готов. Бой. Ну что ж, главный итак, бой. Залим Аюбов против Оливье Дунды. Или Дунда. Не знаю, мы склоняем французские фамилии, вообще? По-моему, не склоняем французские. Ну, давайте не будем склонять. Уважим марсельского спортсмена. Да будет Дунда. Итак, Залим Аюбов работает сейчас первым номером. Бросает хайкик с передней ноги в защиту. Оливье, он же Дунда. Так, и неплохой удар справа в исполнении Залима. О, проваливается француз, тут же получает жесткий контрудар справа. Борьба в стойке. И на выходе сейчас хорошо попадает ударом снизу Залим Аюбов. И снова клинч. Пока что без активных действий развиваются события в этом поединке. И уже Азамат Кирефов призывает к повышенной активности участников главного противостояния сегодняшнего мейн-эвента. Бой продолжается в стойке. И, конечно, Залим Аюбов, мы уже увидели, имеет здесь определенный перевес в скорости, в движении. Низковато держит руки Оливье Дунда. Комбинация из двух ударов не прошла у Залима. Продолжает давить Залим Аюбов. Да, поджимает, все время напрягается. Оу, попал. Смотрите, Дунда здорово правым боковым зацепил. Вот так немножко тряхнул Залима Аюбова. Не все так просто, как выяснилось. Да. Несмотря, казалось бы, на очевидное превосходство в опыте у Залима. Есть тейкдаун. Контролирует ногу оппонента Дунда. Но пока контролировал, да, пытается ее освободить Залим Аюбов для того, чтобы влезть в маунт. И практически получилось у него. Да, в маунте сидит Залим Аюбов. Пока что не дает бить Оливье Дунда. Крепко прихватывает за спину. Работать еще 2 минуты. Времени более чем достаточно для того, чтобы развить эту позицию. Да, надо бить. Защищаться нечем. И бьет Залим Аюбов. Разбито лицо, насколько я понимаю, уже у француза. Хорошо отжал голову. И еще раз за разом попадает Залим. Разворачивается Оливье Дунда. И в большой опасности он находится сейчас. Большие у него проблемы. Разбивает защиту соперника и ударами под руку и сверху Залим Аюбов. И уже в защите глухой Оливье Дунда. Не видит он, откуда на него сыпятся удары. Просто закрылся, как черепаха в панцире. И продолжает засыпать его Залим Аюбов. А почему бы не попробовать заправить руки на удушающий? Ну, видимо, еще недостаточно размягчен соперник. Да, и есть еще время, чтобы как следует побить, как следует насытить своего соперника теми самыми размягчениями. Да, все, бой закончен. Ввиду явного преимущества, как говорится, рефери этого поединка и турнира всего в целом, Азамат Кирефов, останавливает бой. Отдадим, конечно, должное старанию Оливье Дунда, но этого недостаточно. Да, за одно старание победу не отдадут, совершенно очевидно.
Еще раз смотрим на повторе, что здесь происходило. Залим Аюбов. Порадовал он нальчикскую публику, свою родную. Говорим мы спасибо Оливье Дунда за то, что приехал, за то, что вышел на...